Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы покажем распаковку индукционной плиты Маджо МГ-446. По отзывам она считается лучшей. Так, открываем коробку. Здесь сама плита вот так вот упакована. Пакетик. И что это у нас? Сервисные центры. Инструкция. Здесь на украинском, на русском языке. Так, у нее средний вес 4 килограмма. Шнур. Включаем ее в розетку. Так, особенность этой плиты без посуды, она не включается. Так, попробуем что-нибудь простенькое приготовить. Так, максимум мощность это 2 киловатта, а здесь 1,5 киловатта соответствует мощностью маленькой электроплиты. Видно, да, она отключается. То есть при прикосновении, соприкосновении она включается опять. Сковорода быстро нагрелась и 300 кадыли. Это нормально? Так, плита нагрелась очень быстро по сравнению с советской электроплитой. Вот, видишь? Дыма, конечно. Это может быть пока сама сковорода. Может быть эксперимент остановим, но она не жарится, она просто горит в этой сковороде. Так, мы останавливаем эксперимент, попробуем на другой плите, то есть на другой сковороде. Это больше диаметра. Так, как она там встала? Включаем огонь. Я что-то не так сделала. А, вот. Это что за... Поставили в другую сковородку. Вот она не включилась. Оказывается, она ее считает, что у нее неровная поверхность. Она просто не включилась. Нету. Есть только 200 или 500. Еще брызгать начну. Попробуем дожарить нашу картошку. Ну, 160 градусов. Можно так попробовать. Обычно на видео показывают, как сироп варить, а мы картошку жарим. С мощностью у нас не получилось. Мы пробуем регулировать по температуре.
У нас посуда. Так, так, у нас мы выяснили, что у нас мало какая посуда подходит, только это сковорода. Попробуем пожарить яйца, чтобы выяснить, она работает или нет. Дело в посуде или в плите. Так, что здесь? Так, масло надо немножко налить. Можно задаться вопросом, зачем снимать такое видео. Так как люди переходят на новую технику, нужно выяснить, дело в посуде или в плите, и исправна ли плита. В будущем мы подберем посуду, которая подходит, и плита нам очень нравится. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите ссылки под видео. Мы будем работать еще с этой плитой. Яичница у нас получилась хорошо.